из Рехобота спрашивает, что это за сила света, возвращающего к источнику? Это высший свет, и не более того. Есть только свет Кли, только он называется в соответствии с его действием светом, возвращающим к источнику. Он называется не светом, а свечением, поскольку светит издали в том форме, когда мы не осознаем это, не чувствуем это, и возвращает к источнику в соответствии с его действием. Так он и называется. Потому что всегда это называется по действию. Нету у света просто так имени самого по себе. Но всегда наши имена в соответствии с действием света в кли, то действие, которое он производит и придает форму кли, в соответствии с этим мы и называем его по имени.